самый дешевый. Так, за килограмм получается, если точно, 5,62 рубля. Цены ползут вверх. Задача проверяющих – мониторинг ситуации на рынке. Во время рейда фиксируют стоимость крупы, молока, мяса, хлеба, фруктов и овощей. Всего 40 наименований. Итоги проверок поступают в прокуратуру. Если наценка превышает 30%, предпринимателю придется давать объяснение. За последний месяц в городе зафиксирован существенный рост стоимости на плодоовощную продукцию. Так, белокочанная капуста выросла в цене почти на 90%, лук на 35%, морковь и картофель на 32%. Заметно подорожали сахар и хлеб. Однако, по словам директора супермаркета, в котором на этот раз проходила проверка, есть товары, которые после Нового года подешевели, правда, незначительно. Упали цены на копченую рыбу и мясо курицы. Первоначально было завышение, но на сегодняшний день цены только опускаются. Если видеть по нашим желтым ценникам, которые представлены, товар немного дешевеет, становится более выгодным. В Краснодарском крае определена и особая группа товаров, наценка на которые не должна превышать 10%. Это молоко, кефир жирностью 2,5%, обезжиренный творог, сметана, растительное масло, яйца и хлеб. Предприниматели говорят, чтобы соблюдать норму, они стараются расширять ассортимент товаров местных производителей и заключать долгосрочные контракты с фиксированной стоимостью поставок. Проверки показывают, в сетевых супермаркетах необоснованное завышение цен встречается реже, чем в магазинах так называемой шаговой доступности. Такие факты рассматриваются непосредственно в индивидуальном порядке. Вот. Если поднятие цены носит так называемый спекулятивный характер, подаются материалы в органы, осуществляющие государственный контроль, для того, чтобы принимали меры, вплоть до введения штрафных санкций. Ну, как правило, очень хватает разъяснительной беседы. Мониторинг торговых предприятий продлится до августа. О явных нарушениях ценовой политики можно сообщать в Управление потребительского рынка и услуг администрации города по телефону 264-06-51 или на сайт Федеральной антимонопольной службы с указанием адреса магазина, товара и цены. Татьяна Нагорская, телекомпания ФКТ.